Пожарная часть номер 11 сегодня стала местом проведения акции памяти и милосердия благословения детям погибших миротворцев. 40 школьников, чьи отцы погибли во время несения службы, пришли со своими матерями по приглашению военного отдела епархии. Встреча началась с панихиды в храме иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Когда такие мероприятия проходят, особенно молитва, конечно, это, как я уже сказал, это связь между нашим миром и миром усопших. Вот. И сердца тех, кто молится, конечно, наполняются божественной благодатью, утешающей их и как-то, скажем так, делающих меньше ту боль разлуки, которую они претерпели. После панихиды ребята с мамами отправились на экскурсию по пожарной части. С вниманием выслушали советы по безопасности и с интересом познакомились с устройством пожарной машины. Не так часто детям доводится посидеть за рулем такого автомобиля. Затем ребят ждал сладкий стол и вручение подарков. Так, шампанское пили? Огромное спасибо компании «Дива Хлеб» за предоставленное угощение для детишек, у которых отцы погибли при исполнении воинского или служебного долга. Для организации стола угостили детишек. Спасибо за ваше сотрудничество. Подобные акции проходят трижды в год уже 9 лет. А семьи погибших миротворцев не устают благодарить церковь за то, что память об их погибших отцах и супругах жива. А дети, те, кто отдал свою душу за друзей своих, не оставлены без внимания и поддержки.